Правительство Коми исполнило все поручения президента в части внесения в проекты благоустройства и планировки территорий, утверждаемых органами местного самоуправления, а также спортивных и детских площадок. Об этом сегодня на заседании правительства доложил первый заместитель министра энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Виталий Поправко. По другому вопросу повестки принятия в Коми закона о создании зеленых поясов вокруг городов, так называемого зеленого щита, министр природных ресурсов Роман Полшведкин призвал муниципалитеты аккуратнее работать с их образованием, чтобы не тормозить развитие городов. Режим хозяйствования там достаточно ограничен. Мы имеем и по пригородам города Сыктывкара, когда невозможно проложить газопровод к тем новым осваиваемым территориям для индивидуального жилищного строительства, приходится вносить изменения в документы и градостроительного планирования, и лесного планирования, а это занимает все время и, опять же, и некое недовольство граждан. Поэтому очень внимательно необходимо относиться к установлению и зеленых зон, и зеленых поясов, чтобы не ограничить хозяйственную деятельность, а самое главное – инфраструктурное развитие города. Также на заседании обсуждались меры, которые принимает правительство для стабилизации работы регионального оператора по обращению с ТКО, как и вопрос об оптимизации взносов на капитальный ремонт. Расширенный сюжет о заседании правительства смотрите уже завтра в нашем эфире.